Начнем программу сегодняшних новостей, но мы не будем рассказывать, дескать, произошло то-то или то-то. Мы возьмем сегодняшнюю новость и спросим у экспертов, к чему же это приведет. Рубрика «Мнение эксперта». В России собираются уменьшить дорожные знаки. Ваше мнение? Да зимой их так плохо видно. А если он будет маленький, еще будет хуже. Мнение эксперта. Ксения Собчак собирается стать президентом в 2018 году. Слушай, она... Да куда она? Она слаба во все. В доме два таки то ходила, как это... Сказала бы, да и промолчу то. Она хуже меня. Мнение эксперта. В Нолинске на 1 сентября в школе открыли продуктовый магазин, ваше мнение? А, это плохо. Школа должна быть школой, да? Бред, позорище. Нолинск. Мнение эксперта. Сотрудник кировской колонии написал фантастическую книжку. Ваше мнение? О чем же она может быть? Ну, реально, вот. Мнение эксперта. Новые артисты театра на Спасской хотят меньше выходных и больше работать. Ваше мнение? Молодцы. Молодцы. Фух, мнение эксперта.